один из самых таких редких, к сожалению, пока, иншалла, дней, да, радостных дней, когда мы едем не в суд, не видеть наших друзей за решетками, а когда наоборот мы увидим Наримана, когда он выйдет из этих казематов наконец-то, иншалла. Ми його, можна сказати, спільними зусиллями, правозахисниками українськими, українською громадою, кримсько-татарськими активістами, всією зусиллями всієї влади змогли звільнити і повернути. Сидит Нариман, мы едем и вспоминаем первые дни. Я помню, как Нариман первый начал вести стримы, как он приходил по делу Руслана Зитулаева в Севастополе, как он начинал снимать меня. Мы где-то на какую-то любительскую там камеру снимали это, выкладывали. Вот, я иногда пересматриваю эти видео. 2015 год. Я вспоминаю первый день, когда Наримана после ареста привезли в ФСБ, вот, и сказали ему: признай вину и пойдешь домой. Нариман сказал: какую вину? В чем вину? Я никогда не признаю вину в том, что мы не совершали в терроризме, там, в оправдании терроризма. Это вот это едешь и вспоминаешь по пути домой и понимаешь, что вот это, вот этот путь, он уже позади. Да? И мы на самом деле победили вот на этом этапе, несмотря на то, что был приговор обвинительный и так далее, и так далее. Вот несмотря на все эти бумажки, вот, чувства переполняют, чувства радости переполняют. А я сижу и только сейчас начинаю понимать, что я-то действительно вышел, мы уже едем, и это пресловутое первое КП уже проехали, и едем вот домой, да, еще в Ростовской области, еще не у себя дома, но едем домой в Крым, и это очень приятное чувство, необычное. И очень приятно. Нашему брату выбрали очень красивый костюм. Долго спорили, какую рубашку, белую или черную. Я все-таки не сдался, мне очень нравится белая рубашка на нем. И поэтому мы взяли две рубашки. Будет он и в белый, и в черный ходить. Решили его завести в парикмахерскую. И вот очень хороший специалист сделал ему такую шикарную прическу. И иншалла после этого, я думаю, можно выдвигаться в путь, в Крым, к родным, к жене, к маме, к детям. Вот мы уже сутки в пути и сейчас приближаемся к дому, к Крыму. Очень волнительно. Ну, мне вот ребята здесь рассказываете вы,
о том, что там я не узнаю Крым, там поменялась инфраструктура и так далее, так далее, так далее, ландшафт, в конце концов, мне все равно. Я уверен лишь в одном, вот, люди, которые меня там ждут, моя семья, мои близкие, мой джемат, он не поменялся. Они остались такими, какими были всегда, то есть верными своим традициям, своей культуре, которая вытекает из нашей прекрасной религии. Bala degende yüreğimiz sevgi dola. Bütün iyi sözler bugün tek sana bağışlana. Hayli sağlık, uzun ömür, can yürekten dileğimiz. Senin sağlığın bizim varlığımız dep sayamız. Сегодня, как мы видим, очень радостный день. Радостный день не только для нашей семьи, но и для всего нашего джемата. Все были очень рады, счастливы. У нас сегодня было, наверное, море слез, именно слез радости за то, что Нариман дома с семьей. И, конечно, мы всегда говорим, да, что это не только наше испытание, но испытание для нашего народа. То есть, когда у тебя трудности, как себя поведут люди, которые тебя окружают. И я благодарна Аллаху, что наш круг оказывается настолько человечный. Люди с таким трепетом относились к нашей семье. Люди постоянно нам помогали. Люди были рядом с нашими семьями. И это все дало нам сил. Сил выстоять, сил выдержать и дождаться вот этого дня, когда мы можем встретить Наримана. Конечно, очень хочется. Я очень близка с женами. Жены — это мои самые близкие друзья и, можно сказать, те люди, которые первыми мне протягивали руку помощи. Поэтому я очень хотела бы, чтобы в скором времени, вот как они вчера, со вчерашней ночи, они рисовали плакаты, готовились к встрече Наримана, чтобы в скором времени я могла им также помочь подготавливаться к встрече их мужей. Мы как бы пошли, гоксом здесь. Алхамдулиллях.
Kalan bağlarımızda şu tez günlerin içinde çıkmasını istedik. Allah subhanahu sonra ayak şu dualar yapayak. İnşallah yakın ortalarda olarak çıkacaklar. Именно благодаря стойкости и терпению Наримана, его семьи, его родителей, его дочерей, его жены, нас всех, каждый из нас свою лепту уносит. Благодаря этому сегодня наш народ, к нашему народу не липнет эта грязь под названием террористы, экстремисты, сепаратисты и так далее. И в СИЗО, когда я встречалась с Нариманом в колонии, он никогда не говорил о своих болезнях. Он всегда интересовался тем, что происходит на воле. Тем, как люди реагируют. Не стали для него, наверное, самой страшной новостью было бы, если на все эти обыски, на все задержания, аресты проявилось бы равнодушие. Я начал переживать, так что я, может быть, буду говорить там обрывисто, мало, или там даже заплачу. Это нормально, чтобы вы понимали. Я думаю, многого я не достоин, меня героем называют. Ну, я не герой. Это не так на самом деле. Я делал только то, что делал, и я убежден, что это было правильно. Это было по-настоящему. Ну да, это детские праздники, там, это журналисты, вот они здесь, половина из них. Ну, это освещение того, что происходило. Это, ну, нормально, в этом нет ничего геройского. Герой, знаете, кто? Вон он сидит. Ну, вот. Акбер! Аллаху акбер! Акбер! Аллаху акбер! Акбер! Аллаху акбер! Вот, ну, вот эти жены, это вот моя супруга Лимара Мизимова, вот она герой. Потому что она 2.5 года одна. По сегодняшний день вот воспитывала детей, ну, смотрела семью. Герои, знаете кто? Ну, вот все вот, те женщины, которые остались, несправедливо остались без нас. Знаете, кто еще герой? Наши матери, которые остались без нас, когда мы живы. Вернее, они не остались без нас, их оставили без нас. И когда приносят передачки, это эти ребята, которые носят эти передачки, собирают деньги, я не знаю, покупают это все, делят на пакеты, высыпают чай в пакетике. Это на самом деле колоссальный труд. И эти люди, которые рядом спрашивают, родственники, я говорю, да. Он говорит, а почему постоянно разные фамилии в бумагах? Я говорю, потому что я не знаю этих людей. Но это как родственники. Вот знаете, кто еще герой? Вот эти старики, которые приехали, вот пожилые люди наши, которые приехали ко мне на суд. Аллах Аля, nice ağır vaziyette olan kardeşlerimiz var. Nice anaların gözyaşı akar. Kısa zamanda bu gözyaşlarını silip de 50 gözyaşını aktırmak nasip eylesin. Sana inanamız, sana yalvaramız, bizim dualarımıza kabul eyle. Bizim ümmetimize, bizim milletimize yardımcı ol.